Московский региональный социально-экономический институт уже давно является площадкой для проведения различных тематических конкурсов среди школьников, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Вот и на этот раз в институте прошел международный конкурс «Мир, экономика, молодежь». В наше время очень важно именно сейчас заниматься наукой. И то, что мы на конкурсе видим, это простые работы, но это первый шаг в научной деятельности. В современном мире сложно представить общество без изучения основ экономики и применения их на практике. Те, кто принимал участие в международном конкурсе, уже совсем скоро будут реализовывать свои знания в реальном секторе экономики своих стран. Так что можно смело сказать, что конкурсанты получили большой опыт для дальнейшего профессионального роста. Конечно, ребята, которые готовили свои доклады, я думаю, они проделали большой объем работы по своей теме. Но в виде выступления других ребят, вопросы преподавателей, их кругозор расширяется. Они видят много нового, понимают, какие вопросы им задают, над чем им надо поработать, какие-то замечания, недоработки. Это позитивный, я думаю, опыт. На конкурсе были представлены различные работы ребят из города Видны и Республики Казахстан. В своих трудах они раскрывали темы развития экономики от древних славян до современной экономики России и ведущих экономических развитых стран. Интересно, что дает участие в конкурсе и насколько подготовленными специалистами выходят из стен института студенты. Как гласит народная мудрость, учиться всегда сгодится. А самая главная задача, которую должен ставить человек, обучаясь в любом учебном заведении, в том числе и нашем, это заложить фундамент, на котором потом человек сможет развиваться в любом направлении, в зависимости от того, как потребует от него эта жизнь. Абсолютно уверен, что в современном мире сложно занять достойное место в обществе без знаний, полученных в учебных заведениях. И участие в подобных конкурсах не только открывает новые возможности, но и поможет в дальнейшем профессиональном образовании. Это конкурсы научно-исследовательских работ молодежи любого возраста. В этих конкурсах проявляется способность к творчеству, и им представляется возможность углубиться в той или иной сфере, именно которая их интересует. Школьники сдают экзамены, и уже совсем скоро они будут поступать в высшие учебные заведения. И от правильности их выбора может зависеть и их будущее. Олег Федоров, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.